И снова здравствуйте, дамы и господа. Мы продолжаем наш уникальный тренинг по мануальному массажу, подготовке тела человека к дальнейшим манипуляциям, мануальным трастам, хрустам и так далее. И сейчас у нас тема локтевой массаж. Мы переходим именно к локтям. То есть мы до этого уже разогрели всю спину, да, размяли ягодичные мышцы, растрясли несколько раз позвоночник, применили несколько видов вибраций, и теперь опять идем, вы помните, снизу вверх наше движение, да? Здесь уже к нашей задаче лимфодренажа и прокачки венозной крови добавляется декомпрессия позвоночника. Декомпрессируем мы как его? От места сочленения пояснично-крестцового, да, нам нужно верхние позвонки все смещать вверх, да, все, что выше этой точки находится. С этой стороны смещать вниз, туда. Соответственно, для этого первый прием. Нож входит в масло. Мы для этого используем целиком все предплечье. От самой узенькой его части, от мизинца, да, шире все предплечье. И в конце врезаемся остротой локтя туда. Делаем это между подвздошной костью и ребрами. То есть идем по мякоти. Еще раз напоминаю, что там, где заканчиваются ягодичные мышцы, ну, визуально вы видите, да, вот тут, это еще не конец подвздошной кости. Подвздошная кость еще 5 сантиметров выше. То есть вот мягкое место можно нащупать. Получается, от крестца это движение немножко по диагонали, вот туда. Ух, вот так вот мы туда влезаем. Достаточно резко. Вот туда. То есть мы раздвигаем уже, получается, позвонки здесь, да? Раздвигаем квадратные мышцы поясницы. И продолжаем наше движение по кругу вокруг ягодицы. Продолжая таким образом массировать ягодицу. Здесь мы делаем 4 концентрических круга вокруг косточки подвздошной кости, где вот ее гребень находится. Сейчас я эти вам круги нарисую. То есть вот мы внедрились, да, и началось. Раз круг, два круг, три круг, четыре. Вот здесь остановились, зафиксировали локоть свой, да. Раз, два, три, четыре. При этом то, что тело раскачивается, человек, это хорошо. Это очень хорошо. Мы дополнительно ему еще расслабляем крестцово-подвздошное сочленение и поясничную зону. После этого доделываем массаж ягодицы тем, что у нас вот эта рука, ну, такая секретная техника, так скажу. То есть этим локтем мы продолжаем двигаться продольно вдоль ягодицы. Вот 3-4 прохода так сделаем. Раз, два, три, четыре. А эта рука идет навстречу. То есть мы приподняли трапециевидную мышцу кулаком, поставили кулак вот этим острием кулачков в пространстве между паравертебральной мышцей и осистыми отростками и идем навстречу к тому локтю. Эта рука делает дополнительную вибрацию. Сразу предупреждаю, с первого раза у вас не получится. Потому что получается, надо будет делать это рукой круговые движения, а это вот так вот вибрации вести навстречу. Но это все равно, что попробуйте там этой рукой вот так двигать, да, а это там крутить. Вот потренируйтесь. Вот так вот. Это крутите, а это вот так. Асинхронное движение получается. Но ничего, это движение стимулирует работу нашего мозга, обоих полушарий. Итак, показываю, значит, снова. Внедрились, круги делаем, а в это время эта рука, видите, захватывает трапецию. И вот она идет навстречу. Водичку продавливаем как следует. Продавливаем. И дальше вот такие вот спиралевидные движения, согревающие всю ягодичную массу. То есть мы захватываем ягодицу вот так, и большой слой этих мышц вот в обратную сторону. Видите, по сути, тут это я все делаю локтем, и здесь предплечьем.
Можно эту восьмерку продлить на плечи. Вот так вот общее согревание всех мышц. И после этого устанавливаем локоть над гребнем подвздошной кости и пробиваем тазовые кости, декомпрессируя, соответственно, вниз. Заодно этой, ну вы помните, да, вот этой точки вниз идет. Ну, в смысле, все, что ниже, в ту сторону, все, что выше, в эту сторону. Соответственно, это такая еще дополнительная диагностика. Если у человека идет блок или грыжа, да, то у него будут тут какие-то прострелы от этих ударов слышны. Если их нету, то, соответственно, все нормально. Удары смотрите по консистенции вашего человека. Можно делать достаточно сильно, как вы видели, вот я прям кулаком, как молотком по киянке по зубилу, так скажем, да? Можно сделать помягче. Вот, только учтите, некоторые почему-то делают вот по мягким местам, это бессмысленно, надо именно по кости. Вот, установили руку здесь, и дальше у нас пойдет теперь левидное движение локтя вверх, декомпрессируя позвоночник. Но это мы в следующем видеоролике сделаем, да, чтобы у вас информация уложилась. Давайте сначала ее отработаем. А вы не забудьте переключить на следующее видео, а лучше приходите на тренинги, чтобы мы вам поставили руки и ноги на место. И станете мастером.